Здравия желаю. Ведем, значит, опробование халявного света. То есть заряженного, как говорится, заряженной обратной энергией. Ну вот освещение не густое, как говорится, но видно. Так, тут запуталось. Да, что-то позапуталось тут. Ну вот, видно, короче, вон она висит над окном, лампочка. Посмотрим, на сколько часов она будет работать. Заряжал где-то часа три батарейку вот этим. То есть счетчик, ну, это я рассказывал, счетчик это не берет, то есть она импульсами заряжает, дает туда. А сейчас пробуем уже реально свет, насколько свет продержится. Ну так, вот оно освещение. Так, не сказать, что как в этом, в дворце съезда в Кремле. Вот что-то видно. Тут видно клавиатуру, видите. То есть можно, можно сидеть. Все ж какая-то экономия будет. На этом заканчиваем. До свидания.